Ну что, всем привет. Кайс. Немножко опоздал, бывает. Привет, оцени трейлер хоррор от монголов БСРНГ. Я так понимаю, сейчас придется. А шо мне ще робити? Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. А вы в курсе, что одна минута опоздания на мейн поток равно один заливной каз? Итого тебя ждет залив в 10 казах. Как дело? Нет, что я не в курсе. Деньги кидай на фильм «Человеческая многоножка». Блять. Это челик с Дискорда с этим Старфлан Булдыга на аватарке или что за хрень вообще? Че за рофл эти даунские? Ля-ля-ля. Фрэджайл. Хрень какая-то, если честно. Что типа Little Nightmares, только намного хуже стиле графика. Какая-то хуйня, даже не хочу досматривать. Стиль не нравится. Трейлер хоррор от монголов. Хрень какая-то вообще, если честно. Заебись. Блин, так это заебись вообще. Папс нас напомнил, а ты нас помнишь, что последний проходил именно по собственному желанию? По собственному? Ну блин, я не помню уже. Еще были варианты. Я получил власть, Опять. Которая и не снила с моему отцу. Поиграть, видимо, не получится. Здарова по пизи на 10 тысяч! Игру, а ты будешь плакать от сложности Darkest Dungeon 2. Вот только она нихуя не особо сложная. Я не против сыграть один ран в ней, еще раз. Но прикол в том, что я ее играл и дроп. А, вторая часть вышла Darkest Dungeon. Darkest Dungeon 2 уже есть? Я первую играл Darkest Dungeon. Релиз дейт 8 мая 2023. Так она еще не вышла. Я в бета не играю, если что. Чел, ну ты как... Это невозможно. Им нет числа. Атомичный арт. Окей. Я уверен, что мне Atomic Heart не понравится, но окей. Согласен с Blasp и Маус. Очень крутая игра. Может, будут шансы Talos хотя бы. Principle 600. А так. Не можешь найти сайт UpX? Вводи upx.best в поисковике и кайфуй в любимых играх в любое время. Бля, Dying Light вообще не хочется играть. Супер нереалистичная, всякими неприятными багами. Как по мне, довольно-таки скучноватая. Dying Light 2, ну, я прям пиздец не хочу. Привет, Батискаф. Доначу первый раз. Улыбнись. Обожаю твои покерные стримы, поэтому доначу на покер. Нет, может, такого не будет. Или парочку стримов по покеру. Какой, порадуй. За работе. Минимальный донат? Оцени ник. Класс. Спасибо. Мне покер очень скучно играть на стримах, потому что твоя душа это принадлежит мне. Турнирный покер, где ты King сидишь, Bounty. Выкидываешь карты бесконечно. Ауколесник или на выбывание, или опять мне силы ваш шейха. Всегда колесник, аукцион всегда колесник. Всегда. Колесо на выбывание на всегда. Я речин или на Юрий на льду. Или, что это такое? Юрий на льду выберу. Не знаю, я не знаю ни того, об этом звучит лучше. Я без понятия, что это такое. Я точно не хочу Dying Light 2, прям пиздец. Это больше всего не хочется, чтобы эта игра побеждала, потому что мне кажется, ну, блядь, это easy drop. Мне она будет вообще... Ну, она мне не будет неинтересная. Она хуёво... Не то чтобы хуёво сделана, как бы сказать, она супер дурацкая, нереалистичная. Дальше, что бы я ещё не хотел... Ну, Darkest Dungeon 2, если выиграть, непонятно, да, что делать, потому что это как бы... Ну, только 8 мая выходит. То вообще не очевидно. Так, спор я бы точно не хотел... Больше всего я хотел бы, чтобы выиграла Blasphemous из всего, что сейчас есть. Atomic Heart, я уверен, что мне не понравится этот, ну, как бы, вроде, ну, типа, довольно-таки неплохой шутер, который собрал себе, типа, с каждого какого-то там успешного шутера за последние 10 лет какие-то хорошие фишечки, да, там, или даже за последние 15 лет. Но, кажется, игра ничего особенного из себя не представляет, а тем более там нужно убивать твоя роботов. Твоя душа принадлежит мне! Роботов убивать скучно. На Rim World. Я могу понять, почему она на хайпе, но... Ну, видно же, что там... Не прям какая-то шедевральная игра. Видимо, ну, нынче, чтобы игра была, ну, успешной и популярной, достаточно просто ее сделать технически хорошо. Потому что, ну, насколько я понял, Atomic Heart, ну, типа, не лагает, хороший FPS, хорошая оптимизация. Вот, этого достаточно получается. Короче, пока что я болею против Atomic Heart и против Dying Light 2. Вот Dying Light 2 — это самый вообще хуёвый вариант. Я не нужно кланяться. Не хочу играть в это. Кидаю на AUK видос гайд, как создать папку на рабочем столе. Чё, блять? Ну что еще? На споре. Да, может, она и старая, зато уникальная. Сома. Плюс охота паров лиц существа, которые у тебя получатся. Челы, вы что забыли, что Пабзан дропнул биошочек? Бля, Assassin's Creed... Atomic Heart очень сильно на него по-моему, похож. По-моему, изи дроп. Плюс 600 на Blasp и Маус. Мне не нравятся игры, где нужно убивать бездушных существ. Шутер, где убиваешь роботов, блядь. Причем шутер, который не является оригиналом.
вообще хоть в чем-либо. Atomic Heart — это чисто спиженная игра со всех успешных игр. Там, ну, виднеется, очевидно, Painkiller, Серьезный Сэм, тот же Dead Space. Ну, огромное количество разных игр, да, но проблема еще в том, что там не органические существа. Там ты не людей убиваешь, не каких-то пришельцев даже, а, блядь, роботов. Ну, это пиздец. Ну, просто лично мне это вот не зайдет, лично мне. Чаунтерстрики, Глобал Офенсиве. И так я в него играл уже. Я дропнул, мне эта игра уже не нравится. Это я не буду добавлять, потому что я играл, мне игра не нравится. CSGO точно уже не будет никогда. Ну, раз выйдет какая-то новая версия CSGO. То есть с CSGO это сейчас как с Dota 2. Если не выйдет там какая-нибудь Dota 3 или там какая-то супер новая версия Counter-Strike, то я уже не вернусь никогда в эти игры, потому что они мне больше не нравятся. PUBG? Надеюсь, я неправильно услышал, блядь, потому что PUBG не будет. PUBG — это игра, которую я играл, но мне не понравилось. Ну, в итоге. Поначалу пиздец нравилось. Поначалу PUBG... Я получил власть, PUBG, которая и не снилась моему отцу. Лучшая игра в мире. Лучшая. Папаня, там кидали на атаку титанов плюс 600, а ты не добавил. Да как ты не добавил? Пик наебучий получился. Я добавлял. Кидай на атаку титанов. Я не знаю, где и как. Они мешают. Поддержите. А стоп, 11111? Ого, блять. О нет, только не победа аниме, блять. Atomic Heart или... Или аниме, ну пиздец, оно очередной аукцион хуйни, бля. Не, ну окей, Atomic Heart объективно не прям говно игра, это не дерьмо точно. Не нужно кланяться. Но я не хочу в нее играть. Так, а сейчас... я все думал, ну, так, когда же ты появишься? Я добавлял. Токийский гуль 2014. Опять аниме, бля. Вот в этом аукционе опять какая-то хрень выиграет. Это Don't Start Together 900. В игре можно убивать как роботов, так и оживших людей, свиней, куриц, коров. Игра не оригинальная, бля, ну как объяснить? Это, мне сложно это объяснить вам, потому что я всю жизнь играю в игры, я типа видел миллион шутеров, я знаю, что Atomic Heart вообще не оригинальная игра, ну и бросил, а то можно все. Ли добавить лот, который тебе лично был бы интересен? Можно, хорошо. Типа выбор стримера. Выбор стримера, давай. Если нет. Выбор стримера. У меня еще есть вариант не стримить неделю, кстати, если что. Можно на него закинуть. Но это еще не все. Выбор стримера 700. Одеспас, как человек, прошедший серию DS, не играл в Bloodborne. Надо исправить. С этой игры. А разве он на ПК есть? Разве есть Bloodborne на ПК этот ваш? Ты в курсе, что если Bloodborne нет на ПК, то я в него не буду играть никак, это невозможно. То есть если он выиграет... Я получил власть, которая и не снилась моему отцу. Токийский гуль 2014. То закинь на Там три бомбы дают. Манкинг дивидит сперма смертью. Ну что еще? Да сколько донатов, блядь! 700 на Metal Gear Rising. Добавь и вариант поменять стримера. Поменяй... Блядь, сколько вариантов? Токийский гуль. 10007. What the hell? Мавка. Лисова песня. Шансов немає. Бо не можна донатити за українські картки. Віріши проблему. А Atomic Heart то російська гра, яка підтримує війну. Atomic Heart то російська гра, яка підтримує війну. Ну, посмотрим. Якщо там буде якась прям така хуйня, прям откровенна хуйня в підтримку війни, то, ну, тоді, звісно, придеться дропнути, тому що, ну блядь. Ну, по очевидним причинам, тому що я, блядь, здесь живу, де... Не прямо здесь происходит воєнне действие, но рядом. Я, очевидно, я против этого. FNAF 1, 700... Что донатили такое на прошлом стриме, я забыл полное название этой игры. Какая-то хрень, короче. Так, шахматы 2023. Какие шахматы? Какие, блядь, шахматы? Какие, блядь, шахматы? Я плохо играю в шахматы, мне стыдно будет играть в шахматы. Онлайн играть в шахматы, когда меня будут стрим-снайпить те, кто умеют играть, и либо читеры. И я ни у кого ни одной игры не выиграю, либо там, блядь, выиграю, ну, когда будет кто-то рофлить, поддаваться. Очень интересно, очень какой-то, блядь, веселый, супер-классный контент. Я что-то не играю в шахматы вообще, я с детства в шахматы толком не тренировался, блядь, с 13-12 лет, наверное. Я только знаю правила, я знаю правила в шахматы. Ну окей, давай добавлю. Шахматы, блядь, 2023. Что значит 2023? Что это вообще значит? Блин, мне мозг от этих аукционов... Я все добавил. Можешь сразу дропать, значит, так как там можно забивать свиней топором. Пояснение насчет Atomic Heart. В игре есть банка в цвет укрфлага с свининой плюс дрон, несущий герань. Но герань в СССР самое популярное растение, а банка свинины с цветами украинского флага тоже существовала и на атаку титанов. Я не знаю, как это прокомментировать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу. Деньги! 10 тысяч еще, пиздец. Бля, топ-2 аниме, топ-1 игра, которую я не хочу играть, топ-3 аниме, Токийский культ 16600. Ну, смотрите сами, короче, это вообще пиздец. Очередной, это пиздец. А топ-4, топ-4 игра, которая даже не вышла. А топ-5 это Skyrim. Он его не взрывает? Это невозможно.
И мне числа. О, кстати, Хейдис еще было бы терпимо, по сравнению с тем, что есть, наверное. 700 на игру Atomic Art. Лучшая игра. Да, overrated, пиздец, игра. Я уже столько раз смотрел ее геймплей. Ну как, окей, немного, но где-то раз 5-6. 30 тысяч на Хейдис? Ебать! Ого, я не думал, что так много, я думал, это 1010 снова. Чел, который надеюсь задонатил, должен пояснить, что это игра. А то Виталя пойдет все 30к, сольет в казики и не... Да не, я понимаю, я знаю, что за игра. Я знаю, что за игра. Сколько это? Одесс. Надеюсь, ты в курсе, что у меня каждый аукцион — это рулетка. Ты, надеюсь, в курсе просто, если ты вдруг не знал. Я давно это говорил, да? Уже очень давно, у меня месяца два, наверное, или больше. Не, какой-то два, три плюс. Просто надеюсь, ты в курсе. То есть, ну, ты понимаешь, что ты можешь не выиграть с огромной долей вероятности. Какой сейчас шанс, примерно, что ты выиграешь? Меньше 50%, кстати. Потому что если сложить все эти суммы, тут будет, наверное, больше, чем чего себе 2000 или не. Ну, так примерно, это где-то около 50... 66, 67, 70, ну да, тут будет 1090 в сумме, а тут 82. То есть, anyway, шанс меньше 50%, что выиграешь. Фу, ахуя. Держи в курсе. Минуток, один. Там еще 50 или больше, потому что это мой вроде максимальный... А, нет, это не максимальный донат. Я не помню. Это максимальная озвучка или нет? Сколько там? Known as a god. Более известен как бог. Бог донатов. Подожди, ты у меня не в топе донатеров? Но ты у меня... так ты у меня топ 6. 4 тысяч... А, ну да. Я же знаю, что помню твой ник. Не нужно кланяться. Игра Мадагаскар по мультику. Хоть бы немножко дэмэджа дали, но хоть чуть-чуть, ну хоть капельку. Ебать. Вот это самый максимальный донат. Сколько это? Не, ну, кстати, Хогвартс Легаси это... Хогвартс Легачи. Вкусно кушаем. Ну, кстати, это действительно вкусно кушаем. Вот чисто в плане по мотивации, по интересу, да, вот мне лично. Мотивация поиграть, интерес к игре на уровне вот... На уровне Atomic Heart для меня. Я понимаю, что Хогвартс Легаси там многие там тоже ждали, хотели что-то посмотреть. Ну, кстати, эта игра уже вроде не на хайпе. Про нее уже вроде все забыли или как? Благодарю за помощь. Она интересна только фанатам Гарри Поттера. Мне кажется, всем, кто не фанат Гарри Поттера, похуй на эту Хогвартс Легаси. Блядь, нахуй ты на это закинул? Ну, теперь зато у аниме мало шансов выиграть, реально мало. Кстати, ну, Atomic Heart тоже не так уж и много. Пиздец. Игра Мадагаскар. Какая из, там их вроде, наверное, много, как этих Шреков. Алёша Попович. Игра. Ну, я так знаю, что игра. Ну, не знаю, maybe... А, ну да, там же, иначе мультик. Хогвартс Легаси, Хейдис. Так, ну, короче, болеем за Хейдис? Или за Blasphemous? Это невозможно. Им нет числа. Один. Откуда у тебя столько денег? Пиздец. Вот это да. Так, цежирско. Hogwarts Only с модом на озвучивание спеллов с голосом. А, типа, самому нужно в микрофон говорить спеллы? Что, есть такой мод? Хуйню дал какой-то. Вот так-то лучше. Пилюли. А сколько за один игру в доту нам уерте? Нисколько, я в доту не буду играть. Я не буду в доту играть. Какой муэрте, блять? Known as a god. Не. Я надеялся, что это не ты спрашиваешь, это пиздец. Надеюсь, кто-то подписался твоим ником. Я в доту не хочу играть, не хочу возвращаться в доту. Ну, блин. Типа, я же буду называть неадекватные суммы. Постал. Я оптимист. The boss. Привет, under one minute? В колуарах работяг поговаривали, что ты снялся в главной роли в 8-й серии Last of Us. Я посмотрел. А? Реально хуйно главного злодея отыграл. Как Бон. Будто и не играл в Опс. А тебе как твой перформанс? Это понимаю, серия была супер хуёвая и какой-то остроумный рофл, да? Это невозможно. И мне числа. Я бегу. Одесс. Ебать. Я боюсь, смотрите уже, сука, блять. Бля. Деньги.
50к Одесс, 50к Огуартс. Ой, да пиздец. Ты решил задавить просто в нулину? Ты понимаешь? Я получил власть, которая и не снилась моему отцу. О, 10к. Ну что, попытаемся еще раз. Outer Wilds, 10 тысяч. Чел, ты думаешь, у тебя есть шансы? Ты видишь, что там чел добавляет? Он миллиарды закидывает. Это пиздец. Что это за деньги? Что это такое? По-моему, это рекордный аукцион за счет Known as Bogicha. Last of Us, конечно, ну, редкостное дерьмо оказался сериал. Last of Us, действительно. Не знаю, насколько там очередная хуевая серия. Я так понимаю, какой-то очень смешной, смешная шутка, да? Ха-ха, ха-ха, хи-хи, ха-ха. Так, Forgotten Hill, Disillusion. Удачи. Всем удачи, кто кидает минимальный донат. Всем удачи. Dota 2. Один игра на ВК, падшим короле. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Фильм «Жить» 2010 год. Как относишься к коммунизму? Какое? На фоне того, что западный и российский капитал не может поделить рынок и льет кровь. На фоне этого, бля, слишком комплексный вопрос. В целом мне коммунизм не по душе, потому что коммунизм это не есть справедливость. Ну типа есть распространенное заблуждение, что справедливость это поровну. А что коммунизм подразумевает? То, что должно быть у всех ничего, грубо говоря, у всех поровну. Но при этом в любом случае это лицемерие, потому что у тех, кто будет хоть как-то править, так называемая власть, все равно будет иметь больше. То есть все равно это будет, блядь... как бы сказать, ну типа хуйня построена на лицемерии, в любом случае это хуйня, когда поровну, это значит у всех ничего, это несправедливо, это не есть справедливость. Сейчас объясню, что такое справедливость, потому что многие не понимают, ну, многие заблуждаются, думая, что справедливость это поровну, но это несправедливость. Поэтому получается вообще в целом коммунизм это иллюзия какая-то, потому что думаю, что это типа когда справедливо, но нет, нихуя, это когда у всех ничего вообще, у всех ноль. Но при этом у тех, кто правит, они будет больше, блять. То есть в любом случае никакой справедливости быть нет и не может. Бля, мне коцнули, потому что я разговаривал. Сука! Короче, справедливость это когда... ну, по заслугам. Вот, что такое справедливость. А не поровну. То есть справедливо это когда по заслугам. Заслуженно. Справедливость это когда тебе кидают по 500 когда колес на ук и при этом хватает только на еду. Чел, вот, чё за высер? Это же, ну, как бы, их деньги, им решают, что с ними делать, блядь. Справедливо, не? Это же не твои, блядь, чё ты считаешь чужие, блядь? Ты их решение, что им делать с ними, блядь? Игра 3 богатыря и шамаханская царица. Что? Скидку нашел, я не знаю, она мне пригодится когда-нибудь. О-оу. Это что, блядь? Что это за игра? Что это за хуйня? Три богатыря и шамаханская царица игра. Блядь. Что это вообще? 100к на нее! Безумие! Фанаты кнафов на месте. Попить на днях и вырывать зуб мудрости. Можно тебе отправлю. Нет. Это счастливый зуб, и в многих народах зубы считаются священными, и он будет помогать тебе выгрывать в казике. Нет, ну спасибо. Что еще? Спасибо, я обойдусь. Ты если не кинул 600 рублей на Assassin's Creed 1 2008 года, то кинь сейчас тогда. Я кинул и тогда. И еще 700 рублей закинь на него. Я кидал на Assassin's Creed. Что ты взял, что я не кинул? Я точно кидал на Assassin's Creed. Папич, завтра иду на свидание с девушкой. Вот сижу, думаю, стоит ли бритва. Вроде бы многим тяночкам волосы там не нравятся. Но ноги уже... Это были. Правда. Но чел, сам решай. Блять, Art of the Game, я не хочу играть про себя игру. Блять, кринж, ёбаный. Чего вы так кринжем душите? Dying Light, о нет. Первый Dying Light, ты чё рофлишь? Игнор, блять. Я в него играл, потому что я смотрел его прохождение на ютубе, когда болел 100 лет назад. Сука. Ты это знал. Sons of the Forest. Когда я Sons of the Forest проебать мог? Не было такого доната сегодня вообще. Здорово. Мне Владирон сказал, что ты самый крутой гомосексуалист в Ленинце. Своего рода легенда геев в Украине. Он пиздит опять или что? Прошу разъяснить. О нет! Какая разница, что делать уже? Если ну что еще? Папич, у тебя пироманьяк, ты можешь перед сумом? А! Добавь хотя бы за этот гайд про... Поздно. Надо, как у тебя. Прости меня, бля, боже, поздно. Поздно. Ну что еще?
Шел Артас по улице и видит пидораса. Артас влево, и он влево. Артас вправо, и он вправо. И только потом Артас понял, что все это время это было его отражение. Ибо Артас равно пидорас. Пошел нахуй. Ну что еще? Ну ты и байтич. Тогда те 700 и эти на вторую часть. Я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, забыл. Собака, я собака, ты собака, ты собака, я. Я не могу, я отвлекаюсь. Вот так-то лучше. Это ебаный пиздец. На атаку титанов, ПС от Хильсапи и Романтом. Все, короче, гайс, крутим колесо. Это ебнуться можно. Сегодня самый, получается, крупный аук за всю историю. Как по количеству донатов, как я понял. Ну, по количеству донатов точно, да. Так и по количеству лотов. Лотов. Так, колесо, все правильно? Выбывание. Так, где галочка показать шансы? Показать шансы. А, вот. Во. Хейдис 39.1%. Хогвартс Легаси 21.5%. Какие-то, блядь, богатыри, какие-то царицы 14.5%. Атомик Харт около 5. Ну и дальше вы видите. У минимального доната шанс выиграть 0.1%. 0.1. Удачи! О, примерный шанс. Поехали. Готовы? Поехали. Клоу. 1997. Улетело. Осталось 83. Darkest Dungeon 2. 10к плюс было на него, кста. Это, ну. На кармичах после Далта Бладерона. О, Assassin's Creed, ура. Фух. Так, главное Dying Light 2 выбить. Dying Light 2 в любом случае нет пути. Mountain Blade 2, ладно. Блин, блинский, Blasphemous. Блин, блинский. Мафия 2, как обычно. Почти вылетел... Снова вылетел топ-донат, это было 9000. Почти вылетел Hogwarts Legacy, на который закинули овер дохуя. Там, сколько там было? 100к плюс. А, не, негодник какой-то. Моё ебало, когда мне такое донатит. Я не могу. Bloodborne, которого, судя по всему, на ПК нет. Зачем его донатили? Почти опять Хейдис вылетел. Фу-ху! Близко было. Так, ну, наверное, придется болеть за Хейдис. Среди всего, что есть. Европа Универсалис 4. До по ба че ня 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 ня. Мавка, лесова песня. Какой-то мультик. Ну, мультики я не люблю, как вы знаете. Так что ничего страшного. Так, аниме вылетело, это к лучшему. Кстати, на токийского гуля кинули 1016. Пока. На это 100к закинули, на эту хуйню. Не знаю, что это, но его больше нет. Лол. Так, ну надо болеть. 200к плюс уже улетело. Подряд причем. За Хейдис болеем. Больше ничего не осталось, по идее, хорошего. Прям, ну, не то, что хорошего, а то, что, ну, я готов с более-менее удовольствием поиграть. Не, на самом деле, то, что Хогвартс улетел, это очень хорошо. Это прям очень хорошо. Так, атака титанов, на которую тоже дохуя кинули. Это тоже хорошо, что улетело. Блин, на самом деле, пока улетает самое вот самое-самое не очень. Хотя мне все не очень, как обычно. Блин, сколько же игр в этот раз? Это пиздец. Человеческая многоножка. Поп-поп-кака. Поп-поп-ка. Поп-поп-поп-поп-пока. Bioshock Infinite. К лучшему. Это к лучшему. О, Genshin пойдет. В помойку.
Ну, Хэдиса шансы повышаются, прям серьезно так. О, ура! Минус Dying Light. Сейчас шанс выиграть у Хэдиса получает... О, ебать, он сейчас вылететь может! А, не, все. Вот сейчас шанс, я думаю, выиграть... Сколько? 98% уже шанс выиграть, разве нет? Вот судя по полоске этой. Процентов 98. Примерно. Судя по ничтожно маленькой, тоненькой полосочке. Солярис фильм. Я не против был пересмотреть с работягами, как изи вариант. Это будет Хейдис! Наконец-то! Сейчас выбьют Хейдис! Ебать, меня не выбьют! Не, кстати, далеко на самом деле, далеко. Хейдис просили много лет. О, Хейдис! Прикиньте! Хейдис реально его пытается выбить. Опять близко или что? Ебать! Его прям каждый раз душат. Но попытки тщетны. А, Dead Space Remake еще можно поиграть. Как вариант. Опять Хэдис могут выбить. Ебать! Воу! Как близко было! 220к плюс могло сейчас... улететь. Супер. А там еще выбор стримера остался. Опять близко или что? Ебать... Вот это душиловка Хейдиса, конечно. Вот это душит. Блин, каждый раз колесо... Буквально почти каждый прокрут. Этот нет. Шахматы? Что это такое? Шахматы 2023? К чему-то добавлять в конце 2023. Будто бы в 2023 какая-то новая отдельная версия шахмат появилась с новыми правилами. Dead Space? Нет, не надо! Ай! Ой! Ай! Ой! Рататуле, это что-то мультик? Выбор стримера, не трожь! О, Atomic Heart уничтожен! Ну, я так понимаю, эту игру будут форсить теперь, ну, каждый аукцион, Atomic Heart. Такое ощущение, что рано или поздно продушат. Бля, чекайте полоску с Хейдисом, удачи, гайз, удачи. После вылета Atomic Heart, все, вот полоска вот такая вот, блядь, ниточка. Мы даже никогда с вами не увидим название что-то Хейдис, потому что, ну, там ниточка. Так, выбор стримера не трожь. Прикиньте, выбор стримера выиграет. Причем на выбор стримера кинули вроде бы 700, минимальный донат. Вот это будет рофл. Я вообще не вижу полоски Хейдиса. А, вон она, все. Бля, ее еле видно уже. Не, окей, видно, видно. Выбор стримера все еще дышит. Это я по центру, гайз. Это я сейчас буду разъебывать Хейдис. Это я разъебываю Хейдис. Хотя пока рано. Надо сначала выбить все остальное. Сначала нужно выбить все остальное, а только потом 1x1 разъебать Хейдис. Так, минус споры. Это что за пиздец? Ща, выбьем эту хуйню какую-то там. Одна ночь где-то там. Я в соло вынесу Хейдис. 220к плюс. Топ рофл. А не, мне пизда. Упс. Конец. Не можешь найти сайт UpX? Вводи upx.best в поисковике и кайфуй в любимых играх в любое время. Лол? Нихуя никак. Ло, 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 ло. Хейдис победил. Это ж Хейдис. Он остался. Да. Хейдис выиграл. Официальный победитель Аука Хейдис. Наконец-то посмотрим, что это такое. Но мне, конечно, на первый взгляд не нравилось. Но это победитель. На него было закинуто, вот повторюсь, 272 877. Ебать. Ебать. Короче, вот эти две игра плюс хуйня, ну хотя две хуйни в целом. Окей, две хуйни. На которые было закинуто 150 тысяч и 100 тысяч, вылетели около начала, ну относительно, где-то там около 60, когда игр оставалось. Игр, ну, вариантов, лотов. Причем, ну, по очереди. Чуть ли не одновременно.
То есть, короче, ну как обычно, если топ-донаты не выбить в самом начале, то в конце, вот когда такие большие суммы остаются, их хуй продушишь. В этом плане, конечно, не настолько прям супер интересно уже, потому что ну, в конце прям жесткий спойлер, кто выиграет, скорее всего. Ну все, собственно, Хейдис. Так-то, ну, прям вот самый-самый жирный топ-1 выиграл, в принципе, ну, на справедливочах. Это мой Дискорд пиарит, мой Дискорд-канал. Я, кстати, его сам никогда не пиарю, и челики, модераторы на меня агрятся, что ты наш Дискорд-канал не пиаришь. Вот, вот мой Дискорд-канал. В самом конце. Кому-то интересно? Будет ли ремейк Dead Space вне Аука? Не знаю. Я еще подумаю. Так, next stream Hades. Сейчас иду в казино. Всем пока. На сегодня все. Огромное спасибо за огромные донаты. Сколько сегодня донатов было? Это, блядь, вообще охуеть. Ну, тут уже сразу видно, что, блядь, это ж больше, чем полляма. Первые три доната, блядь, чё. Так, все, я пошел в казик. Всем пока.